Московская областная филармония в шестой раз представляет фестиваль мировой музыки «Пересекая время», который пройдет в Доме культуры Пушкина 30 ноября и 1 декабря. На одной сцене соберутся музыканты-виртуозы мирового уровня и представят для слушателей разножанровые композиции от классической музыки до джаза. Впервые в этот раз мы будем исполнять произведения Карла Дженкинса. Вообще, это очень интересный композитор. Это хор, это оркестр, это солисты, причем академическая солистка Павловская Татьяна из Мариинки, джазовый вокал Полина Орбах. И все это вместе, вот такое вот действие. Программа мероприятия подготовлена специально для Пушкина и будет показана впервые. Приедет Игорь Скляр, народный артист России, с новой программой. Он поет джазовые стандарты. Также будет участвовать хор Московской областной филармонии, симфонический оркестр Московской областной филармонии, второй симфонический оркестр города Тулы, солисты Борис Андрианов, Дмитрий Ларионов. В общем, как бы Винцкевич, семья приедет такая музыкальная. Из Америки приедет великолепный трубач, который играет в стиле Луи Армстронга. То есть за два дня люди смогут послушать весь спектр музыки от джаза до классики. В этом году в программе фестиваля принимает участие победительница конкурса «Синяя птица-2017» Алиса Рагулина. Алиса Рагулина будет исполнять два моих произведения. Одно сольное — «Ярмарка». Она виртуозно это делает, уже здорово. И еще новую пьесу. Фестиваль «Пересекая время» предоставит жителям города Пушкина уникальную возможность знакомства с творчеством музыкантов мирового уровня, премьерами сочинений на пересечении разных стилей и жанров, покажет связь времен и духовную преемственность поколений через музыкальные образы разных эпох. Дорогие друзья, я приглашаю вас прийти на этот великолепный фестиваль. Это большой подарок Министерству культуры Московской области. Это концерты уровня любой европейской столицы. На эти концерты нельзя попасть в зал Чайковского и Большой зал консерватории. У нас это совершенно социальный, бесплатный проект. Так что мы вас ждем. Это просто огромный подарок для вас. Возьмите свой подарок. Татьяна Ермакова, Александр Девкин, Пушкинское телевидение.